Шахматы и парусная регата в Приморском Таганроге. На четвертый шахматный турнир съехались мастера России высшего уровня. Кто открывал престижные соревнования и дал старт регате, в материале Марины Луцукиной. Як-40 приземлился в Таганроге на аэродроме имени Бериева. А вот и помощник президента. Рубашка пола, джинсы. Аркадий Дворкович прилетел в Таганрог всего на 3 часа. За это время надо успеть открыть шахматный турнир и парусную регату. Шахматный турнир посвящен памяти Владимира Дворковича, отца Аркадия. Дворкович – старший уроженец Таганрога, умер несколько лет назад, был международным арбитром. Этот турнир проводится в 4-й раз. Здесь играют мастера из Москвы, Ханты-Мансийска и Таганрога. Специальный гость – гроссмейстер Дмитрий Яковенко. Он входит в десятку лучших шахматистов мира. Проведет сеанс одновременной игры. Я сделаю, по крайней мере, все возможное, чтобы турнир каждый год проходил в августе в Таганроге. Это прекрасно. Так что шахматы в Таганроге возродятся. Параллельно в яхт-клубе готовится к открытию парусной регаты. В приветствии Дворковича больше личных воспоминаний. Я помню, как лет, наверное, 30 назад сюда приходил ловить рыбу, бычков таких вытаскивали мы на удочку. Но вот пока на яхте походить здесь не удалось, к сожалению. Главный приз регаты – кубок губернатора Ростовской области. Поэтому сам губернатор дает колокольный старт. 3 часа пролетели. Помощник президента сказал, что не прощается, скоро еще навестит Приморский город. Марина Луцукина, Елена Ленкова, Вести Дон, Таганрог.